Я на рынке. Купальнички. Себе найти кроссовки. Купила одни, месяц проходила, подошва все лопнула. Ну нет, не могу найти вот подошву, чтобы была нормальная. Уже в своих пришла. Показываю, мне вот подобные нужны, чтобы резиновая была подошва, чтобы не было. Вот что-то нашла подобное. Резиновая подошва и сверху тоже. Нет пластика. Нашла одни, но они маленького размера. Ну вот проблема реально. С обувью здесь вот реально так себе. Я просто хожу на дальние расстояния. У меня обувь просто летит. Ура, я нашла легенькие. Тканевые, с резиновой подошвой. Нормальные. Но нелегко нашлось. А, вот только посмотрите на это. Кто во что горазд? Все увешано.